В первых двух играх полуфинального этапа Кубка России петербургский «Зенит» проблем не испытал. «Газпром Югра» из Сургута и красноярский «Енисей» были разгромлены со счетом 3-0 и 3-1. Но все понимали, что главный матч, в котором будет разыграна путевка в финал турнира, впереди. Интриги добавлял тот факт, что неделю назад «Факел» в рамках российского чемпионата выиграл в Петербурге. Ехать туда, показывать такую же игру, можно, в принципе, туда не ехать. Но в новом Уренгое перед зрителями предстал совсем другой «Зенит», борющийся за каждое очко, вытягивающий, казалось, мертвые мячи. Немалую помощь оказал вернувшийся в строй после травмы диагональный Георг Грозер. Выиграв, хоть и не без труда, две партии, поставить точку в третьей и четвертой «Зенит» не смог. Но в пятом сете остановить сине-бело-голубую машину было «Факелу» не под силу. В финале на Кубке в Москве. Финал 4-х Кубка России пройдет в Москве 25 и 26 декабря.